Ну и вот мы пробрались по булыжникам. Кстати, не так тяжело по ним идти. И перед нами первое озеро Бадукское. А я еще не совсем по ним пробралась. Сейчас буду подходить туда. Там очень холодная вода. Короче, эти три озера образовались следующим образом. Тут был обвал. Они запрудили реку Бадук и образовались озера. То есть она где-то течет, где-то она озеро. И я так понимаю, что она там под землей, еще под камнями где-то тоже течет. Ну, то есть вот эти камни, это и был обвал. И вода ледяная. Так, я, короче, не очень поняла, что я сейчас не снимала. Сейчас мы пообедаем, я уже попробую поснимать нормально без людей.